Давно. А, так ты у меня старичок. Понятно, понятно. Получается, подожди, ты мне расскажи, ты с того момента, когда у меня было 820 тысяч подписчиков в ТикТоке, или ты с новой страницы? А я-то думала, ты у меня только здесь меня нашла такая, о, это Катюшка, пофщица. Да, вроде я поняла. Блин, это пипец был на самом деле. Я горевала. Я помню, как я сижу в Сочи, а у меня там баны да баны, блин, баны да баны. Хоть какой видос выложу, мне постоянно банят страницу. А потом бац, ваша страница удалена. Я сижу вот так вот, кушаю там что-то в ресторане, такая с ребятами, такая, ребята, кажется, это пиздец. Страница удалена. И мы сколько ее пытались, мы год пытались ее разблокировать. Нифига, типа, ну, восстановить. Я всегда за тобой слежу. Очень мое солнышко, спасибо, Любаш, очень приятно. Ну, давай мы с тобой потом спишемся. Я же на тебя сейчас подписалась, мы спишемся после стрима. А так мне тебе еще надо в инсте найти. Потому что у меня вот эти переписки, там знаешь как? У меня в инсте почему-то нет такого, что мне там столько-то людей написали. Не мои, вот, допустим, друзья, да? Моих друзей, понятно, всех видно. А, допустим, вот незнакомые люди, на которые я не подписана. И у меня надо открывать какие-то скрытые, я в этом вечно путаюсь. То есть, чтобы ты понимала, я очень много рекламы теряю из-за этого вот бреда в инсте. Я умру твой инстаграм. Но я очень рада, что тебе нравится на самом деле, что я делаю. Это очень круто. Блин, норм свет нет, ребят. Блин, чтоб так еще и телефон нету. Да, ну кайф, да. Все замечательно у тебя. Спасибо, Любаш, спасибо. Нормально, Вить. Че там, не дописался до Влады? Еще рассказала про беременность свою. Да. Блин, ну ты вообще старушка у меня там. Офигеть, ты прям все помнишь. Жесть. Но она спит, значит. Нет, я не в 24 родила. Я родила в 20, и вот Ксюхе уже 6. Там напутала. Может, я неправильно поняла просто. Но родила я где-то в 20, по-моему. Ну, может, чуть-чуть там с копейками 20 было. Плюс-минус вот так вот. Старая, не помню. Ну ты вообще капец, ты прям давно, оказывается, подписана, жестко. Очень круто, мне приятно, реально. Дима, привет. Все же ты крутая. Тоже рада, что тебя нашла. Блин, прям, не знаю, прям это как это, мед на душу, или как там говорят. Жду, спасибо за лайки, thank you likes. Привет, брат, который рядом с вами. Да, здорово. Всем привет. С праздником, ребята, с праздником. Странно. Что-то, как это, я не курила вроде, что-то мне предупреждение пришло. Самое лучшее. Спасибо, Любаш, спасибо большое. Христос воскресе, Дима, воистину воскресе, брат. Нет, и Вов, я зайду после стрима, я сейчас просто буду выходить, спрошу еще раз у Браги, когда он там зайдет. Вот, я просто сейчас вообще посмотреть, кто у меня тут в сети, не в сети. Вот, и выйду сейчас, посмотрю, договорюсь с ним еще на определенное, наверное, время. О, Игорь, привет, 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 как у тебя дела? Дим, ты сам с собой там? Я его везде забанил. Я его везде забанил. Так, я что-то запуталась. Вов, ты о ком? Сейчас, ребят, блин, у меня телефон перегревается, походу. А, Брагу заблокировал. Так я не поняла, как он тебя развел на бабки. Ты можешь мне в ТГ тогда отписать? Он тебя развел на бабки или он вообще в принципе разводит на бабки? Хорошо, Любаша, давай. Удачи тебе.
Что он сделал? Или сюда напиши, мне интересно. Не меня, девушек, пацанов, новичков. А как он развел? В плане чего? На что именно? То, что говорил, типа, ребят, помогите, помогите, или что? Или он что-то продал, там, я не знаю, или что-то, какую-то тему там. Я заметила, он что-то постоянно там играет во что-то. Вот на это, может быть, там, какое-то казино, не знаю, или что там. Игорь, мне постоянно приходят оповещения сюда, ну, не постоянно, там, раз в день, допустим, что о нарушении, что, типа, о курении. Как дела? Хорошо, у меня хорошо. Ты как сам? Ну, хорошо, Вов. Окей, ты заплатил. Допустим, там девочки заплатили. Так я не курю. Я здесь не курю, я сижу просто вот так. Я курю, если выхожу в окно. Вот, допустим, они заплатили. И что дальше получается? В чем развод-то? Ну, вот они вступили. Ой, трэш. Блин, телефон нормальный, не пригретый. Сейчас, ребят, секунду. Так, я тут. Он потом их удаляет и говорит, типа... Типа, бросили меня, и он им дал бабки. Нифига себе, жестко. Шидоу, thank you за лайки. За лайк, лайк. Шидоу, thank you. За его счет хотели раскрутиться. А-а-а, нифига себе. Странно, странно. Надо будет с ним познакомиться, понять вообще, правда это или нет. Потому что вообще на него наговаривают. Ну, я лично просто не знаю, поэтому... Выводы-то зачем делать, да? Как говорится, заведомо. Red Milf, привет. Так, ребятки, ладно, я сейчас полечу, посмотрю, что там, как, кто там готов на батл выйти. Гляну Вовин видос, скину Вите. Ну, короче, все с вами сейчас сделаю по делам. И если что, к вам вернусь. Всем спасибо.